Ваши ангелы хотят поговорить с вами о чем-то действительно особенном, о любви. Поверьте, есть кто-то, кто любит вас еще больше за то, что вы сделали. Они видят в вас особенного человека с красивым, добрым сердцем и несокрушимой внутренней силой. Остановитесь на мгновение и подумайте о любви. Это сила, которая связывает вас, вдохновляет и заставляет чувствовать себя живым, не так ли? И для этого нет возраста, социального класса. Ничто не может остановить эту силу, которая увлекает нас и без разрешения приводит нас в различные эмоциональные состояния. Это универсальное чувство, способное преодолеть любые препятствия. Когда кто-то любит вас, это согревает вас изнутри и приносит счастье, как луч солнца в пасмурный день. Ангелы, существа света и мудрости, утверждают, что есть кто-то, кто любит вас вдвое больше за то, что вы сделали. Они видят в вас исключительного человека, кого-то с золотым сердцем и несокрушимой внутренней силой. Это послание ангелов напоминает нам о важности наших действий и о влиянии, которое мы можем оказать на жизнь других. Иногда мы можем забыть, насколько ценны мы для людей вокруг нас. Любовь – постоянное напоминание о том, что мы ценимся, уважаемся и любим за то, кто мы есть. Она дает нам смелость преодолевать препятствия и мотивацию делать добро другим. Поэтому я хочу вдохновить вас признать любовь, которая есть в вашей жизни. Это может быть любовь друга, члена семьи или кого-то особенного. Знайте, что вас любят, и ваши действия могут изменить жизнь кого-то, как в отношении этого человека, о котором вам напоминают ангелы сегодня. Любовь – мощная сила, которая объединяет и вдохновляет. Вы – человек, которому этот человек, который вами восхищается, полностью доверяет и готов сделать все возможное, чтобы поддерживать и вдохновлять вас в любой момент. Он признает вашу щедрость и подлинность и знает, что она не мотивирована скрытыми побуждениями. Кроме того, он хочет показать, что восхищается вашим умом и страстью, с которой вы увлечены вещами, и что у вас есть способность делать вещи, даже когда обстоятельства кажутся против вас. Он твердо верит, что доверие и искренняя доброта – фундаментальные качества, которые могут создать и укрепить эту связь, которую он стремится углубить с вами. Он вдохновляется вами, чтобы также развивать эту готовность усердно трудиться, чтобы помогать и мотивировать других, и создавать атмосферу поддержки и вдохновения, где он может укрепить эти связи и эту связь вместе с вами. Ваши ангелы хотят вдохновить вас еще больше развивать ваш ум и страсть, потому что они являются ценными активами, которые могут помочь вам преодолеть препятствия и добиться успеха, независимо от вероятностей и противоположных мнений. Это решимость и способность делать вещи, которые делают вас особенным и достойным восхищения. Вы надежный и щедрый человек, способный вдохновлять и преодолевать препятствия. Ваши уникальные качества делают вас заметным и вдохновляющим человеком для этого тайного поклонника. Вот что-то действительно удивительное для вас. Эта особа существует и является реальной, и кто-то, кто тайно восхищается вами в течение долгого времени. Недавно она решила. Эта особа нашла необходимую смелость и очень хочет поделиться своими чувствами и рассказать вам, как сильно вы влияете на ее жизнь милым и нежным способом, который она никогда раньше не чувствовала. Она строит планы на будущее, потому что хочет провести остаток своей жизни с вами, так как она видит в вас свою родственную душу и не хочет упустить эту возможность. Ваши ангелы знают и хотят наставить вас на знаки, которые вы даже неосознанно посылаете во Вселенную, что, кажется, вы также разделяете это чувство, даже если пока не заметили его или не уделяли ему внимания. Вселенная движется к этому новому началу прекрасной связи, которая формируется между вами.
захватывающе думать о возможности разделить и поделиться будущим вместе, полным любви и счастья, не так ли? Так что готовьтесь, ведь это случится. Таким образом, вам нужно продолжать быть подлинной и никогда не позволять никому погасить этот свет, который светит внутри вас. Вы уникальный человек с особенной личностью, драгоценным даром, который мир должен узнать, потому что ваша сила и решимость ведут вас к завоеванию невозможного. Всегда помните, что когда вы действуете, вы делаете это с открытым и щедрым сердцем, становясь действительно заметным человеком. Не позволяйте критике или трудностям влиять на вашу сущность. У вас есть способность позитивно влиять на жизнь людей вокруг вас. Продолжайте идти вперед с уверенностью, потому что ваша подлинность – вдохновляющая сила, которая освещает путь многих. Поэтому продолжайте быть собой и делиться своим сиянием с миром, потому что вы действительно особенный. Кроме того, вы уже ловили себя на мысли и ощущали, что вот-вот начнете новую главу в своем духовном пути, путь, который полностью изменит вашу жизнь и будущее, принеся мир, утешение и, главное, достижения, которые раньше были только мечтами, но скоро станут реальностью. Вас ждут великие эмоции, не только для вас, но и для этого человека, который предназначен быть рядом с вами, и вместе вы сможете насладиться всей целью и намерениями, которые Вселенная подготовила для вас, и вы предназначены быть его настоящим спутником жизни. Вселенная работает за кулисами, чтобы объединить вас, и скоро вы узнаете этого человека как того, кто предназначен разделить любовь и жизнь с вами. Это захватывающий и многообещающий момент в вашем духовном пути, и я с нетерпением жду, чтобы поделиться об этом с вами. Позвольте мне сделать за вас молитву. Бог и Вселенная, мы благодарим за вашу постоянную любовь и заботу, пусть все планы, которые Господь запланировал, будьте уверены, что они осуществляются и воплощаются в жизнь Вселенной с помощью ангелов-хранителей, их связей любви и предоставления, никогда не отходите от нее, и пусть этот человек, который представил себя, будет подтверждением вашей заботы и любви, чтобы они могли прожить лучшее время своей жизни, наслаждаясь любовью и совместностью. И благодарим за подарок удивительного человека, который слушает нас в этот момент. Мы просим вас продолжать благословлять этого человека, давая ему мужество и силу продолжать делать добро и вносить свой вклад в лучший мир, одно доброе дело за раз. Мы верим в вас и верим, что вы поведете путь, даже когда препятствия покажутся непреодолимыми и все будет против, тем не менее мы поймем, что лучше доверять. Аминь. У Вселенной большие планы на вас. Наберите 1111, чтобы принять это сообщение и благословение, содержащееся в нем. Оставьте положительное сообщение для тех, кому сегодня может понадобиться подбадривание. Давайте вместе поднимем друг друга и излучим хорошие энергии. Также мы хотели бы поделиться с вами дополнительным сообщением, чувствительным ко времени, от ангелов. Важно услышать его сегодня, так как это очень редкая ситуация. Что-то или кто-то, кажется, мешает вам получить это важное сообщение. Вы могли пропустить несколько сообщений, которые Вселенная отправила. К счастью, эти сообщения все еще доступны на нашем канале. Посмотрите все видео, которые сможете, и узнайте сообщения, которые вы упустили. Позвольте этим словам звучать в вашем духе. Помните, что вы любимы и защищены Вселенной. Оставьте положительное сообщение для тех, кто сегодня нуждается в подъеме позитива. Давайте поднимать друг друга и создавать волны хорошей энергии вместе. Пусть Бог и Вселенная направляют нас к миру, вере и утешению. Аминь.